У нас вчера был инцидент под Полтавской областью, автомобильная авария, в которой принимало участие два автомобиля, один из которых принадлежал главе Конституционного суда, его вез водитель. У нас есть трое погибших от этого столкновения, и глава Конституционного суда находится в больнице. Что важно сказать? Важно сказать, что вне зависимости от должности человека, который находился в автомобиле, следствие пройдет абсолютно объективно, тем более оно повлекло такие последствия, и тем более, что предварительные выводы следователей говорят о том, что не права была и нарушала правила машина, в которой находился глава Конституционного суда. Людей не вернуть, но, по крайней мере, мы должны завершить адекватное следствие.